Всем привет, народ, с вами Варчик. В этом видео я вам хочу рассказать, что в рандоме уже появились первые колесные французские танки, и это 8 уровень Пайнхард ЕБР-75. В принципе, этот танк носится очень жестко и вперед, и точно так же и назад. У него большая максимальная скорость, также он может переключать режимы. В одном он лучше поворачивает, в другом он быстрее едет. Альфа у этого танка 175, пробитие под калибером основным снарядом 180, голда кумулятив пробитие 220, барабанная пушка на 2 снаряда. Точность и стабилизация очень хорошие, выцеливать буквально хорошо. Но видно, что у этого танка пушка, как и у большинства французских барабанных танков, и не опускается, и не поднимается. С одной стороны, стрелять удобно и хорошо в плане точности и стабилизации, но вот в плане удобства играть через холмы и бугры вообще никакого удобства. Пушка не поднимается и не опускается. У этого танка 950 хп, брони мы, как понимаем, у него нету и не должно быть. В целом носится он бодро, выполняет свою активную такую роль. Видим, что человек, который играл на данном реплее, играет с доп-пайком, а обзора все равно не завезли. Поэтому светить сдалека не придется, придется играть активно, чтобы что-то увидеть или подсветить союзникам. Также в аркадном прицеле мы видим второй спидометр, который показывает нам, сколько мы едем вперед, назад. Также он еще показывает, в каком мы сейчас находимся режиме. Ну и мы увидели, как берется на автоприцел враг. На нем такой яркий крест, и видно его за укрытиями и препятствиями. В целом, пока мнение сложить об этом колесном чудовище сложно. Вроде бы пушки у него и обзоры не сильно такие катастрофические, но носится он довольно-таки жестко. Некоторые механики еще не опробованы, не исследованы. Поэтому нужно подождать, пока все это протестируется, и потом уже будет видно. Некоторые счастливчики, кому уже выдали этот танк, могут на нем кататься, стримить, веселиться, а некоторым еще не выдали. А может, кому-то и не выдадут вообще. Ждем и смотрим, к чему это все приведет. Это, наверное, такой вот первый ознакомительный видосик про колесные танки. Я вам дал знать, что они уже появились. И мы начинаем пристально за ними следить и составлять свое мнение, и надо бы разработчикам дать понять, надо оно нам или нет. А то, видимо, с первого раза они не понимают, что нам надо. Поэтому надо проверить, что они нам дают, а потом уже мы ответим. Извиняюсь, что видео такое вот короткое выходит, и в принципе я в нем рассказал довольно-таки мало, но я еще болею, и записывать видео мне очень тяжело. Также я с удовольствием бы еще постримил вам этот танк и сделал бы еще видосов, если мне этот танк вообще дадут. Если он у меня появится, с меня и видосы, и стримчики. Если нет, может быть, я еще возьму с вот реплей с реплей, посмотрю там остальные реплеи, сложу какое-то свое мнение по стримам, по видосам, и тогда уже пообщаемся с вами про колесные танки в целом, что это такое, надо, не надо, и какие механики я для колесных танков бы сделал. Потому что на самом деле я уже придумал несколько механик для колесных танков, которые бы, на мой взгляд, были бы намного интереснее, чем то, что разработчики нам предлагают. С вами был Варчик, играйте красиво, пока!